Наше достояние – это не только красивые девушки, но и талантливые врачи. Совершенно верно. Федеральному нейроцентру 5 лет. После его открытия в Тюмень с надеждой на спасение приезжают со всей России. Счет высокотехнологичных операций уже перевалил за 14 тысяч и за каждой спасенной жизни конкретных людей. Как чувствуют себя самые первые пациенты и почему на тюменскую медицину равняются ведущие клиники мира, расскажет Юлия Сауляк. О, какие пацаны-то классные стали, а вообще не узнать просто. На юбилей клиники семья Бондаренко приехала с Ямала. Один из близнецов Женя – первый пациент больницы. Молодец, вижу, кстати. Молодец. 5 лет назад, чтобы спасти 8-месячного малыша с тяжелой формой гидроцефалии, хирурги пошли на риск. И вот сегодня этот общительный, любопытный мальчуган уже читает и изучает иностранные языки. Даже в зарубежных клиниках очень малый процент вот такого хорошего результата. У нас считается одни из наиболее лучших результатов в мире. Вот именно по таким детишкам. То, что во многих клиниках России считают уникальными операциями, в Тюменском нейроцентре уже на потоке. Опухоль мозга, врожденные аномалии, эпилепсия, болезнь Паркинсона, атеросклероз. Здесь серьезные диагнозы не приговор. Хирургическую помощь в центре уже получили пациенты из 78 российских регионов и 13 стран ближнего и дальнего зарубежья. Младенцы в возрасте от нескольких дней и почтенные старики. Сейчас так сложилось вот в практике работы нашего центра, что в основном сюда съезжаются, к нам приезжают люди, которым везде отказали. Ну как ты можешь человеку отказать в праве на жизнь? Поэтому мы работаем круглосуточно, вне зависимости там от наших ситуаций, там от наших возможностей. Мы обязаны пациента это положить и вылечить. Нейроцентр еще и научно-образовательная площадка. Для обмена опытом сюда съезжаются мировые светила медицины. А на стажировку в Тюмень стремятся попасть специалисты со всех уголков России и мира. Опыт международный, конференции, конгрессы каждый год, постоянно, чуть ли не каждый квартал у нас. То есть опыт очень большой, колоссальный. Впервые на базе центра открыта кафедра нейрохирургии. Ей заведует главный врач. Он не только практикующий хирург, но и автор более сотни печатных работ и десятка изобретений. Альберт Акрамович Суфьянов стал вторым россиянином во Всемирной академии нейрохирургии. В этом году доктор выдвинут в кандидаты на звание почетного гражданина Тюмени. И сейчас за Альберта Суфьянова в хорошем смысле болеют все его пациенты. Я хочу, чтобы Тюменская область гордился, как Курганская область. Сколько лет подряд гордился своим Мелизаровым, центром Мелизарова. Они гордились, гордо заявляли об этом. Мы также будем. Победит или нет, доктору Суфьянову думать некогда. Его ждут в операционной, а главная награда – здоровье и радостные глаза пациентов. Я счастливый, как никто. Юлия Сауляк, Алексей Красных, «Тюменское время». Тот факт, что именно в Тюмень люди едут за помощью, лично у меня вызывает чувство гордости. И ведь если подумать, всего лишь 5 лет назад была сделана первая операция. Но за это время наш нейроцентр стал на один уровень с передовыми нейрохирургическими клиниками мира. За этим стоит большая работа. О том, какая, накануне узнал наш коллега Андрей Сапегин. Он встретился с главным врачом Федерального центра нейрохирургии Альбертом Суфьяновым. Давайте посмотрим интервью. Альберт Акрамович, доброе утро. Доброе утро. Ну, вспомним 2011 год. Вы возглавили центр по приглашению правительства Российской Федерации. Вам пришлось стать прорабом, вам пришлось стать строителем, кадровиком и нейрохирургом в одном лице. Ничего не путаю, да? Да, все верно. Чем запомнилось то время? Вот чем запомнился тот 2011 год? Вы знаете, запомнилось, конечно, масштабностью задач, которые перед мной поставили правительство Российской Федерации и администрация Тюменской области. Просто масштаб поражал. Надо было построить именно федеральный центр федерального значения в поле, где до этого паслись вообще лошади, когда я сюда приехал. Вот, и этот центр должен был стать лицом Российской Федерации на международной арене в области нейрохирургии. Вот так мне четко и озвучили эту задачу. Поэтому, естественно, понимая, что в Тюмени раньше не отличалось там нейрохирургами, нейрохирургической службой, что строить пришлось с нуля, прямо вот с земли, конечно, масштаб задач поражал. Но, тем не менее, вот я считаю, что мы справились. Ну, мы за эфиром уже с вами немножко обсудили. Это 2011 год, самое начало, на дворе 2016 и более 14 тысяч высокотехнологичных операций на счету ваших врачей. Да. Верно, да? Да, да. На какие плановые мощности удалось выйти? И что касается оборудования, какое оно сегодня? Вы знаете,
Плановая мощность изначально была поставлена очень высокая. 3000 операций в год. На самом деле клиник такого класса, который выполняет, скажем, даже больше там, 1500-2000, в мире очень мало. 3000 – это очень большая планка. И, конечно, нам пришлось приложить очень много сил, очень много усилий для того, чтобы эту госзадачу эту выполнить. С этой целью, конечно, мне пришлось внимание обратить на обучение на кадры, потому что, естественно, когда я приехал, кадров таких вот, скажем, которые было очень мало, я сделал планку на молодых и провел такой кастинг. И среди выпускников, скажем так, Тюменской тогда еще академии, угу, набрал молодых людей и стал их обучать по принципу «делай, как я». И, в принципе, все получилось, все удалось. Я считаю, вот сейчас такие цифры с очень хорошими результатами и по осложнениям, по летальности, их практически там нулевые. Я считаю, что задача выполнена. Но вы говорите по принципу «делай, как я». Это, понимаю, делать, как вы, довольно-таки сложно, потому что ваш результат – это сколько? 800 операций в год? Ну, да, приблизительно у меня в год получается более 800 операций, наиболее сложных, потому что профессор по специальности нейрохирургии кадровой в настоящее время пока я один, но я надеюсь, что их будет больше, потому что для этого я прилагаю все усилия. И вот с этой целью я с сентября прошлого года открыл кафедру нейрохирургии. Я считаю, что эта кафедра будет являться таким инкубатором будущих звезд нейрохирургии не только России, но и международного класса. С этой целью также открыта еще и лаборатория подготовки, аналогов которой нет ни в России, и очень мало таких лабораторий вообще и за рубежом. И хочется, опять же, очень большое спасибо сказать губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву, который обеспечил нас таким уровнем оборудования в этой лаборатории, аналогов которой, скажем, даже в обычных операционных, которые там, скажем, в других регионах Российской Федерации, они не соответствуют. У нас топовое оборудование и в лаборатории, даже там, где мы обучаем людей будущей профессии. Я знаю, что в центре делают сложнейшие операции, и известны случаи, когда от пациентов отказываются ведущие больницы мира, а в Тюменском центре вы их принимаете. То есть получается настолько высок уровень доверия. Визитная карточка нашего центра является, конечно, малотравматичной нейрохирургией. Вот это вот способы лечения малотравматичные. Пионерами, которые являются, вот тогда еще была Иркутская школа нейрохирургии, почему меня, в принципе, я, наверное, думаю, пригласили в Тюмень. Мы перенесли на базу Федерального центра нейрохирургии здесь, в Тюмени. И вот именно эта малотравматичная нейрохирургия, особенно эндоскопическая, позволяет нам делать такие операции для пациентов, от которых отказались, в принципе, даже в зарубежных клиниках. Ну, вот подытожить наш разговор я бы хотел вашим девизом, точнее, вашего центра «Наша цель за горизонтом». Как расценивать этот девиз? Вы знаете, мы как-то привыкли все время догонять Запад, западные клиники, западные технологии. Я считаю, что мы должны работать на опережение, за горизонт. Вот, не догонять, а опережать. Поэтому вот это является девизом нашего центра. Работать на опережение. Что ж, я желаю, на перспективу. Я желаю, чтобы у вас все так и было. Спасибо огромное за встречу. Желаю хорошего дня. До свидания. Спасибо. До свидания.